Всем привет! Это видео об очень удивительной птице, единственном в мире не летающем попугае, самом тяжелом из них и ведущем ночной образ жизни. Это какапо, или совиный попугай. Мы его практически потеряли из-за бездумных действий правительства Новой Зеландии, где его впервые обнаружили в 1845 году. Какапо – это большие птицы размером с курицу. Однажды шотландский исследователь, геодезист Чарли Дуглас написал, что вы можете встряхнуть дерево, и какапо упадут, как пушистые зеленые яблоки. Они также не боятся людей. Местные племена майори также держали их в качестве домашних животных. Как известно, даже дикие какапо приближаются к людям, взбираются на них и прихорашиваются. Джордж Эдвард Грей, английский орнитолог, который впервые описал какапо в 1845 году, однажды написал, что поведение его любимого какапо по отношению к нему и его друзьям было больше похоже на поведение собаки, чем птицы. Как все происходило? Все началось в 1860-х годах, когда в Новую Зеландию были завезены кролики в качестве охотничьего животного. И вскоре это переросло в кошмар. Они стерли с лица земли луга, умертвив десятки тысяч овец, поскольку им не было где пастись. В 1876 году двое мужчин в городе Инверкагил попросили 5 пар ласки, чтобы решить эту проблему. Ученые возмущались этой идеей, но пастухи радовались. И в 1882 году правительство начало выпускать ласок, хорьков и горностаев. Почти сразу же начали исчезать птицы. Сначала это были большие коричневые уэки, затем райские утки пикассо, а затем киви и какапо. Какапо интересны тем, что, будучи нелетающими птицами, они способны лазить по деревьям и быстро убегать трусцой. Они также при приближении хищника замирают на месте. Это работало, когда единственными врагами были орлы, которые полагались на зрение. Но с появлением завезенных млекопитающих хищников, которые кроме зрения используют обоняние, какапо стали беспомощными. По описаниям, какапо пахнут как папайя. Вероятно, это помогало им находить друг друга в лесу. Но, к сожалению, это также помогало завезенным млекопитающим хищникам отслеживать их. Власти Новой Зеландии только в 1891 году решились на первые меры по сохранению какапо, определив остров Резолюшн как заповедник и выделив средства для куратора. В 1894 году эту должность получил Ричард Гендри, который вместе со своей семьей покинул Ирландию и прибыл в Новую Зеландию, чтобы спастись от картофельного голода. Он работал на разных работах – лесопильщик, пастух, плотник, крольчатник, сборщик птиц и таксидермист. До своего назначения смотрителем острова, не имея профильной научной подготовки, он предупреждал ученых, что нужно предпринимать меры по сохранению какапо, которыми он заинтересовался, когда ловил их и продавал, будучи таксидермистом. В течение следующих 14 лет, проведенных на острове, он один занимался поиском революционных идей по сохранению этой птицы. Он переправлял сотни местных птиц с материка через неспокойные воды, чтобы защитить их от щелкающих челюстей пушистых маленьких хищников. Остров Резолюшн – это дикий остров с густыми лесистыми горами и скалистыми утесами, обдуваемыми ветрами. Тогда погода порой бывала просто ужасная. Шквалы доходили до 70 миль в час, а дождливых дней было больше, чем остальных. Подступы к острову были опасно изменчивы, способными утопить любую птицу, что делало остров идеальным птичьим заповедником. Его собака Ласси в наморднике вынюхивала птиц, а Генри следовал за звуком собачьего колокольчика. Лесси иногда случайно пугала или калечила птиц, но ее нос привел Генри к более чем 500 особей за 6 лет. Найденные птицы поймать было несложно. Генри укладывал их в свой рюкзак, а затем относил в специальный загон, которым содержал какапо до отправки на остров. Когда Генри собирал птиц, он делал частые записки об их поведении, отмечая, что птицы собирались для размножения каждые 2 или 4 года, о чем ученые спорили еще в 1980-х годах. Когда он отлавливал достаточное количество птиц для отправки на остров, он садил птиц в клетки и ждал, пока пройдет дождь. Видимо, это упрощало его путешествие. Бывали случаи, когда он несколько раз чуть не тонул под шквалами, когда вода заливала лодку, а какапо тонули. План Генри работал до 4 марта 1900 года,
когда туристы на лодке сказали ему, что они заметили горностая на пляже, преследующего Уэку. Генри с недоверием написал в своем дневнике, что это звучит почти как шутка. Затем Генри потратил 91 день, чтобы попытаться поймать животное. 6 месяцев спустя он сам увидел горностая и понял, что великий эксперимент на острове Резолюшн скоро закончится. В последующие годы группа горностая в конечном итоге убила каждого выжившего какапа, который Генри с трудом завез на Резолюшн. Он оставался там в течение еще 8 лет, переместив в общей сложности более 700 птиц, пока не стал все более разочарованным и злобным, и в конце концов покинул свой пост. Никто не продолжил его проект, и когда он умер в 1929 году, только почтермейстер присутствовал на его похоронах. Несмотря на свое новаторское видение, Генри при жизни редко воспринимался всерьез как защитник природы. И после его смерти о нем осталась лишь трагическая сноска в архивах Новой Зеландии. Он был провидцем, немного затворником и отшельником. Но он был так далеко впереди своего времени, и у него было много правильных вещей, которые другие люди не делали. В 1975 году природозащитник Дон Мертон отправился на поиски какапа в горы Фьордленда на побережье материка, ближайшего к острову Резолюшн. Тогда ученые не были уверены, что какапа вымерли. Все птицы, которых они поймали и перевезли в заповедники в 1960-х годах, погибли в неволе. Но собаки и щейки Мертона учуяли запах и загнали какапа в угол у края скалы. Он поймал птицу размером с шар для боулинга и назвал ее Ричард Генри. Ученые подсчитали, что птица Генри родилась в 1930-х годах. Это последний известный какапа, который сохранился на материке. Ученые отправили птицу Генри на остров Мод, заповедник без хищников. Вскоре на острове Стюарт, к юго-западу от Резолюшн, была обнаружена популяция менее 200 птиц, которая быстро уменьшалась из-за кошек. В течение следующих десятилетий ученые переместили всех найденных какапа на остров Мод, остров Котфиш и остров Литл Барриер. Генри вскоре встретил самку какапа с острова Стюарт по имени Флосси. У пары было 3 птенца – Куя, Гулливер и Синдбад. Все они вылупились в 1998 году. Позднее Генри был перевезен на остров Котфиш. Фьордлендские гены Генри обеспечили бесценное генетическое разнообразие ограниченному генофонду популяции острова Стюарт. В 2016 году родился внук Ричарда Генри. Его также назвали Генри. В общей сложности в сезон размножения 2019 года вылупилось более 86 птенцов. Это был новый рекорд. В канун Рождества 2010 года второй Ричард Генри был найден мертвым на острове Котфиш, сообщал Департамент охраны природы страны. Считается, что он был старой птицей, ему было более 80 лет, и он ослеп на один глаз. Всего за несколько месяцев до этого Мертон провел несколько дней с хрупким, увядающим Генри, чтобы попрощаться. Когда Генри умер, там было 121 какапу. Сегодня их 211, каждый с именем и электронным передатчиком, который позволяет исследователям отслеживать их деятельность. Теперь все птицы живут на 3 островах-заповедниках – Котфиш, Литл Барриер, а также на острове Анкор. На первых 2 нет хищников. На самом деле сейчас так много какапо, что ученые ищут новый остров, чтобы он мог стать их домом. Одним из мест, где ученые собираются разместить их в следующем году, является остров Резолюшн. На острове все еще есть горностая, но ученые надеются установить жесткую баррикаду из ловушек и активно контролировать популяцию хищников, чтобы максимально приблизить ее к нулю. Первыми птицами, которые попадут на Резолюшн, скорее всего, будут самцы, которые, как правило, крупнее и способны лучше защищаться. Между тем, Новая Зеландия поставила амбициозную цель к 2050 году избавить всю страну, состоящую из 2 больших островов и 10 более мелких, от всех горностаев, крыс и опоссумов. Генри был первым, кто понял причудливые схемы поведения и размножения какапа, и его схема острова Резолюшн заложила основу в план одной из основных современных инициатив страны по сохранению животных. Мечта Генри состояла не только в том, чтобы увидеть процветание какапа на Резолюшне, но и в том, чтобы увидеть их в Новой Зеландии, к чему сейчас стремится эта страна.
Вот такие дела с этими попугаями, которые привлекают все большее число туристов в Новую Зеландию. На этом все новости. Ну а кому интересен наш формат, подписываемся на канал и ждем новых роликов. Всем пока! Oh, wow. You are